5 grand just to see you dance. 5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки. Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Vladkur 26, для которой понадобится 1C4 и штук 6-7 обычных топоров. Так, давай грузись. Это вообще та база, нет? Похоже, вроде бы та. Так, здесь ничего, тут даже байк есть. Посмотрим, что в байке интересного. Две карточки сержанта, допустим. Так, ну, ради интереса можно здесь зайти. В принципе, 3 шума мне погода не сделает. И еще 3 шума. Но нам сюда точно не надо. Я так открываю, чтобы показать вам, что тут особо ничего нету. Там стальная часть базы. Нам надо попасть в каменную. Она будет вот с этой стороны. Получается, взрывать где-то, ну, вот здесь, наверное. Тут сколько? По-моему, 7 или 8 ящиков было. 6-8, да, плюс еще 2 снаружи. Так, готово. От 3 волн я избавился. Все ящики внутри я открыл. Давайте еще вот сходим. Вот сюда, например. Тут соломенная стена. Так, тут еще один ящик валяется, да? Интересно, сюда я могу пройти. Вроде бы когда. Тут взрывать надо. Вот там. А, тут уже. А почему топор показывает? Окей. Давайте открою еще вот этот ящик. Ну, тут, скорее всего, предметы для разбора нужны. А, нет. Ну, все равно какая-то хрень. Так, пластины пускай будут. Доски. Хотя очень мало. Слитки я заберу. Каменные блоки мне не особо нужны. Дальше еще слитки. Разрушитель мачету я заберу. И еще слитки. Топорик можно забрать. Слитки, слитки, это хорошо. Так, здесь ящик. 13 дубовых досок. Топчик. Ну и все из интересного. Следующий ящик. Слитки еще 5 штук. Катана покоцанная. 2 аптечки. Они мне сегодня влезают. Ну ладно, так сделаю. И последний ящик. Тут 2 стака известняка, да? Окей, давайте зайдем еще вот сюда. Покажу вам, что тут есть. Вернее, ничего нету. И можно пройти даже, ну, в ту часть базы. Сейчас попробуем туда пройти. Так, топоры, топоры у меня еще вроде есть. Давайте я надобью эти ящики. Раз, два. Раз, два. Попробую туда пройти, показать вам, что там есть, что там нету. А потом уже вернусь и открою эти 2 ящика. Так, 1, 2, 3, 4. Понятно, буферка. Ну, давайте здесь пройдем, что. Тут тоже ничего нету. Идем тогда открывать те 2 ящика. Так, громилка. Вот так тебя замедлю. И постараюсь открыть эти 2 ящика. И раз. Пусто. И... А, 2 я не могу открыть, у меня топора нету. Ну, будем считать, что там тоже пусто было. В принципе, не могу сказать, что прям плохо-плохо. Опять же, слитки нашел, чуть дубовых досок. Там сосновые были еще. Ну, и оружие какое-то холодное. Ну... Даже не знаю, стоит вот этот лут того, чтобы взорвать там стену или нет. Ну, решайте сами, я лишь показал. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.